Играм Нисин Хирар, О, спортсмен. ты откуда это знаешь? Я подготовился. В Это Инстаграме, ты это же удивил добрый меня сейчас день. сильно. Правильно, да? Добрый день по-лизгински. Я еще, знаешь, Да. у тебя заметил в Инстаграме, часто фразу пишут «Сагерай лизгияр». Это «Да здравствуют лизгины», что-то типа такого, да? И при этом «Сагерай» — это еще «До свидания», да? То есть это какое-то многозначное слово. Ну, до свидания тоже, ну, это как бы, да, в таком тоже говорят. Типа, до свидания, да, это типа от души, короче, вот такой дословный перевод. Понял, отлично. Хотелось тебя удивить немножко, знаешь, сразу с Да, интересной честно говоря, фразой. приятно удивил. Ты меня приятно удивил. Хотел у тебя спросить по поводу боя с Исламом Махачевым, с Дастином Порье, но сначала вот такой вопрос. Вы же были с Исламом вместе на чемпионате мира по самбо в 2016, когда вы оба выиграли золото, да? А вы случайно не жили вместе в одной комнате или в одном номере? Какой вы сам были? Нет, в одном номере не были мы. В одном номере не были, потому что мы разные дни дрались. Первый день я дрался, в третий день. Ну, вместе, да. Мы очень много на сборах бывали, но в одной комнате не жили. В одной комнате вообще не попадалось. Или Как у тебя? жили, что ли, один раз на сборах, я даже не помню. Давно же Ага. было, это 15-16 год. Икрам, а как тебе его победа с Дастином Порье? Удивил многих Порье, что он продержался, ну, можно сказать, всю дистанцию. Как тебе этот бой? Впечатляющий. Да, удивил, честно говоря, Порье, да, удивил, я думал, намного раньше закончится бой. Ну, такой бой был, да, видишь, на высоких темпах бой был. Ислам показал уровень. Ты видел, как он взвинчивал свой темп с каждым раундом, не сбавлял, ничего не делал. И в техническом плане Ислам стойку очень сильно поднабрал. И сам бой был такой, очень брутальный бой был. Что и говорит, он забрал два бонуса в этом бою. Икрам, в пятом раунде украшением боя стал вот перевод, который сделал Ислам. Он сначала взял за одну ногу, за другую, за пятку, потом крутанул. И мы такое в ММА практически, ну, никогда не видели. Ты видел в зале, чтобы Ислам делал этот перевод хоть раз? Это из базы Ушутанда, этот прием. Ушутандаисты часто это делают, они ловят ноги под лоу-кики, вот это делают. Видишь, оттуда Ислам подхватил это, вот так показал, что такие тегдауны тоже бывают. А вообще сложно вот так Но я... сделать, переключить ногу и вот так провернуть, чтобы человек, ну, Ну, потерял равновесие? почувствовать надо, да, это ушутандаисты очень хорошо делают. Вот ушутанда занимался, вот они эти моменты чувствуют очень хорошо. Видишь, Ислам взял оттуда эту вещь. Ну, нелегко его тоже делать там. Так, поймать надо на движении. Друзья, а сейчас хотим рассказать о новой акции партнера нашего канала. Сегодня каждый новый клиент гарантированно получает 3000 рублей за регистрацию. А с 14 июня по 14 июля пройдет самое масштабное спортивное событие этого года – чемпионат Европы по футболу. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйся в приложении или на сайте, получай 3000 рублей и ставь на своего фаворита. Всем удачи! Ты рассказывал интересную историю в одном интервью, что Ислам на тренировках делает болевые даже в больших перчатках. Ты имел в виду боксерские или ММАшные с набивками большими? Боксерский, я А, имел в даже виду боксер. именно вот этот. Вот то, что он делал в паре, я видел, он в больших перчатках делал пацанам. Ничего себе. Да. Прям в боксерских перчатках. А как он такой? За счет вот силы хвата или вот он... Да. Вот за счет физики он умудрялся оттуда делать этот болевой. Ничего себе. А ты хоть раз сам пробовал в больших перчатках задушить вот этим приемом? Этим прямо нет, но другим пробовал, да, другим было получено. Но не всегда, не, это зависит от твоего спарринг-партнера тоже, не каждому это сделаешь. Каждый тебе даст это. А он довольно таким хорошим пацаном делал это. Я поэтому это отметил. Икрам, а от кого он такой бокс набрал? Потому что мы сейчас видели Спарье, он же его, по сути, перебоксировал, и там были очень интересные такие боксерские темы, когда он уклонялся и правым каперкотом корпус и так далее. То есть от кого он набрал такой бокс? Ну, тренер у нас хороший по ударке, Магомед Багандов. Сколько уже? 3-4 года он там, с ним работаем. Я думаю, его работа тоже, его усилия тоже в этом месте. Ну и сам Ислам тоже, да. Общая работа, да, но основная работа, конечно, это работа тренера. Вот мое мнение, тренер.
Если ответственно подойти к работе тренера, то я думаю, каждый может набрать. А он ислам, насчет дисциплины, насчет этого он очень сильный. Я думаю, за счет этого он и набрал этот бокс, стойку. Я у тебя поединок с Антонио Трокколи, бразильский боец, ты огромный фаворит. Что скажешь о сопернике? Могу сказать, одно очень высокий, неудобный тип. 1,95 м, 1,96 м, какой рост у него там. С таким еще не приходилось драться. Он же у меня неделю 2-3 назад появился. 3 недели назад, по-моему, появился он. Я должен был драться с Андреем Мунизом, и сейчас он в конце поменялся, так что специфически на него я не готовился так. На Муниза готовился, он сейчас вышел, сейчас на него надо подстраиваться. Чисто ментально надо подстраиваться под него. Икрам, кстати, а Хабиб будет у вас в углу? Я, насколько понимаю, Ислам вернулся в Дагестан, Хабиб остался там. Будет он Тагиру тебе помогать? Или вы его Нет. не будет, да? Нет, Тагир Хавер будет в углу, как я знаю. Хавер полетает сюда. А у тебя будет Хавер полетает. Он... Эсед, да, Эседула Мирагаев, твой тренер, и кто? Не, Эсет, он хадж уехал. Он хадж уехал, его не А, будет. он уехал, ага. А кто у тебя будет, если Да. не... Подскажи, пожалуйста. У меня Ильдаров будет. Ислам Амедов будет в углу. Ну, Камиль Алиметов тоже, да. Он менее известен. Обычно Ильдар, вот это нет. Как секундант, они более известны. Икрам, ты часто работаешь вот в зале American Top Team. Одна из Нет. таких историй, которая вот раскрутила бой Дастина и Ислама в последние дни, это вот ситуация на дуэли взглядов, когда Порье ему сказал это слово «мазафакер», которое, ну, в принципе, безобидное, но для нашей культуры обидное. Тебе самому в зале такое ни разу не говорили, не приходилось делать замечание, что как бы в нашей культуре такие слова опасно Ну, говорить? они знают, они знают, они там топ-тиме знают, я не знаю, почему Парей такой. Парей такой своеобразный пацан, он ни с кем не общается. Вот сейчас даже, когда мы были там, он там в комнате закрывался, с Гамротом отдельно тренировался. Даже там вот и тренера тоже говорят, он что-то такое своеобразное, странное, типа этот Парей. А так нет, пацаны понимают эти моменты, они не борщат, не говорят такие вещи. В плане этого взаимоуважения есть у нас. А, то есть Пари и правда нелюдимый, да? Я тоже слышал от Шабли Александра, что он нелюдимый, да? Такой там. Да, он такой своеобразный тип. Чтобы поздороваться, это вот максимум вот так вот взглядом состыкуешь, поздороваешься, и все, больше ничего с ним не бывает. А за руку он не Это здоровается, максимум. как мы, за руку он не здоровается? Ну, если там будет в группе он, там, вот так, а так не подойти, поздороваться. Икрам, я хотел тебя спросить о тяжелом весе, пусть ты к нему не имеешь отношения. Вот там сейчас всех борет такой Жаилтон Алмейда, феноменально всех борет. Блейдс он хоть проиграл, но он за раунд провел 9 тейкдаунов, такого гигантского бойца 9 раз повалить. Вот Романов, участник чемпионата мира по вольной, он его там, ну, за 4 минуты просто снес. Ты можешь сказать, вот, как борец, как самбист, чем крут так Алмейда, почему он всех вот он борет? Наблюдал ли ты за А он ним? проиграл сейчас, Блейдс. Он Да, он как проиграл, проиграл, Блейдс? но, Он да, проиграл же. Блейдс он проиграл, но потом Романова выиграл и, ну, почти всех запорол. А Блейдс как он проиграл? А он Я ему даже не смотрел. локтями насыпал, когда он его пытался перевести, он ему локтями из клинча в висок. Сильный пацан физически. Я вот Роман, он будет тоже смотрел его последний. Сильный пацан очень физически. И грэпплинг очень на высшем уровне у него. Я не знаю, да, потенциально очень сильно, но видишь, к нему ключ поднашел Блейдс. Но мое мнение было, вот из тяжей такой, Кормье был. Вот. Был бы Кормье, я думаю, вот с ним легко не было бы ему драться. Да, с Кормье, я думаю, никому бы легко не было. Да, там в других тяжах, кто там в тяжах как борется, я так не вижу, что там из-за Сирил Ган или Нгану с ним будет драться там. Если они ему не попадут, вот Лаки Паджон. То же самое, что с Романовым. Может сделать с ними, я думаю. 22 июня подерется Хамзат Чимаев с Робертом Уитакером. Ты вообще заметил, что Хамзат сильно вырос вот с момента вашего боя? Потому что он уже был тогда очень силен, но вот как-то в стойке у него особого прогресса не видно. Ты вот видишь вот своим подготовленным глазом, у него какой-то серьезный прогресс вот с вашего боя. Да, он же сколько боев выиграл после моего боя. У него и нокауты были, болевые были, где он и валил, бил, все было же у него. Там, я не думаю, что он на месте стоит. Но сейчас увидим, да, сейчас у него тоже очень хороший соперник, я думаю, один из лучших в мире, Роберт Уитакер. Этот бой о многом скажет его карьере.
Икрам, вот он единственный, кто не... ты единственный, кого он не смог перевести. Вот мне вообще интересно, в зале с кем тебе сложнее всего защищаться от прохода? Кто тебя чаще других переводит? Слушай, я тебя удивлю. На зале олимпийские чемпионы есть. Я Есть из ММАшников. школьники международного класса. Так что там... Из ММА это на ММА перешли. Есть пацаны, которые мастера спорта международного класса, которые на по 100, по 105, 106 килограмм весят. С ними так не удержишься. Бля. Они могут взять, поломать тебя. Так что в плане этого у нас проблем нет. У нас любого может повалить в Дагестане. Если все хорошо пройдет в субботу, когда бы ты в следующий раз хотел подраться и кого бы вызвать хотел? Когда бы, я думаю, в октябре я подрался бы сюда. Октябрь, сентябрь. Если добавят дадут в октябре, если нет, в сентябре. Потому что у меня затяжная подготовка получилась сейчас тоже такая. Месяц Рамадан. Одна подготовка была, травма, месяц Рамадан, вторая подготовка. Поэтому хотел бы чуть пару недель отдохнуть тоже. Но я не знаю, но я хочу уже поскорее до топ-10, если они мне доверят этот бой, дадут, это было бы очень хорошо. Кого-нибудь из топ-10. Там же разницы нету кто. Икрам, и последний вопрос. Вот 3 июля будет, как 4 года с нами нет, Абдулманапа Нурмагомедова. Скажи, пожалуйста, ты у него был хоть раз на могилках? На могиле нет. На могиле не был, но я у него на похоронах был. Он же там. Я в одной части республики живу, он в другой части республики живет там. Там даже у него вселение было, по-моему, даже после этого. У них. Икрам, а скажи, а у вас как вот у мусульман принято на могилку? Вот мы приносим цветы, а у вас вот как принято? Просто прийти там постоять, помянуть, или вы что-то тоже приносите? У нас там нету плана этого именно на могилу пойти, чтобы что-то делать. Само есть вот это на могилы посещать, чтобы как бы напоминание, что мы тоже это все наше, тоже умрем, это вот такое. А так именно, чтобы целенаправленно на могилу пойти, что-то там делать, такого нету. Цветы ставить, тем более там украшать что-то. Вообще даже желательно даже вообще маленький камень поставить, чтобы ни фотографии, ничего, чтобы не было.